За смелость, отвагу, мужество и доблесть лучшие военнослужащие и сотрудники Росгвардии удостоились высоких правительственных наград. Торжественная церемония прошла в Тольятти в Центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии. Ордена и медали бойцам вручил генерал-майор Алияр Абдулаев. Личный состав показывает беспримерный подвиг, самоотверженность, мужество и героизм. Вы вписали свои имена золотыми буквами, наверное, истории своей семьи, своего подразделения, своей воинской части. В рамках рабочего визита Алияр Абдулаев встретился с главой городского округа Тольятти Николаем Ренцем, обсудив вопросы социального и культурного взаимодействия мэрии Автограда с представителями Росгвардии, а также посетил Тольяттинский культурный центр, где открылась выставка «Дети героев». В экспозиции фотопортреты, сделанные детьми, отцы которых посвятили свою жизнь служению и защите Родины. Боевые традиции части вы продолжаете, безусловно, с успехом. И мы, тольяттинцы, рады, что у нас есть возможность поддержать вас, быть рядом с вами, поддержать ваши семьи. И не сомневайтесь, это будет всегда. Самые юные участники проекта нарисовали рисунки, которые иногда лучше слов помогают защитникам Родины выстоять и справиться с самыми ответственными и боевыми задачами. Организаторами фотовыставки выступили администрация Тольятти и женсоветы воинских частей города и региона. Ольга Павлова, «События».